Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я делаю обзор покупок в магазине из соседнего села. Там очень есть интересный магазин. По площади он небольшой, но купить там можно вот абсолютно все. И в те периоды, когда нам нужно что-то срочно приобрести, а выезжать в гипермаркет мы не собирались, мы идем туда. Цены там вполне сносные. И, как я уже сказала, купить можно все, что угодно. Это хозяйственный отдел. Там продаются и шампуни, и мыло, и крема, и стиральные порошки, и детские игрушки. И есть хозяйственный отдел. Можно купить лампочки, краски, замазки, швабры, палки. Вот даже продается там небольшое количество электроники. Например, можно купить мультиварку, миксер, фен. Ну, то есть... маленький, но очень-очень интересный магазинчик с вполне себе приличными ценами. Итак, что же мы там купили? Это не сегодня мы это купили и не вчера, а в течение там, 2 месяцев, допустим, были покупки. Итак, я купила себе вот такую швабру-ленивку. Вот она вот такая вот за 250 рублей. Хочу сказать, что довольно-таки бестолковая штука. Такая швабра может пригодиться только вот подтереть, если вот упало что-то на пол, там мокрое, там разлилось немножечко, потому что тряпочка такая небольшая, оставляет желать лучшего. То есть, скажу так, практически бестолковая покупка. Но так мне хотелось попробовать, что это такое. Чем она удобна? Тем, что вот у нее вот этот вот механизм, она вот такая вот очень подвижная, можно пролезть в угол, в который сложно, так сказать, залезть. Этим она хороша. Что еще? Долго искали, сито не могли купить, когда ребенок родился у нас. Вот за 250 рублей вот такое вот крупное сит купили. Вот оно у меня уже прям использованное такое хорошо. Вот так хорошо я его потерла. Сито это. 250 рублей. У нас Саши, когда был старый дом, была очень хорошая шинковка. Еще бабушки Сашины. Ну, короче говоря, мы ее куда-то потеряли. Собрались шинковать капусту, посолить, а шинковки своей нет. Вот в итоге в этом магазине мы нашли шинковку. Вот она стоит 196 рублей. Вот такая вот шинковка. Еще новая совсем, вот прям купили вот на днях. Так что будем шинковать капусту. Попробуем, что собой представляет этот нож. Там продаются очень хорошие игрушки для детей. И вот мы Ване купили мячик такой вот. Он стоит 50 рублей, яркий, веселый, он его любит, мы с ним часто играем, каждый день с ним играем. Вот такой хороший мячик. Еще очень интересная игрушка, это наша отечественная пластмасса. Вот такой вот квадроцикл за 250 рублей мы там купили. И сейчас я присмотрела, такой классный там самолет продается, он большой, пластмассовый, но его запускать никуда не надо, он без управления. Ну, просто вот сам факт, что большой, синий, красивый самолет. Он, наверное, где-то вот такой вот с полметра за 650 рублей он стоит. Если будет еще, то Ване возьму. Вот. А, вот квадроцикл. 290 обманула. Вот 290 рублей. Но он очень интересный. Вот прям по ручке. Хорошо. Вот он вот ручку ставит и катает. И такой вот прям хороший. Племянник приехал, тоже такой захотел, запросил. У родителей. Потом мы там купили вот такой чудесный всего за 10 рублей мерный стаканчик. Он здесь до 230 миллилитров. Но приходится использовать, мало ли вот что, вот надо так замерить. 10 рублей всего. Саша утащил у меня для перепелок своих совочек. Я говорю, ну ты что же у меня-то забрал? Я мету 100 раз на день. И в итоге вот там мы купили такой вот совок за 49 рублей. Такой хороший пластмассовый веселенький совочек. И еще. Опять началась пора у нас заготовки семян. Семена болтаются где угодно, только не на своем месте. Система хранения у нас пока еще тяжеловата. Все, что по низам было сложно, пришлось поднять наверх из-за ребенка, потому что он везде лезет, все ему надо. Поэтому для семян купила вот такой вот специальный контейнер в этом магазине. Стоит он 400... где-то цена есть, не вижу, 430 рублей. И вот сюда вот так вот ящички открываются, и здесь вот у меня вот цветочные семена прошлого года, это вот бархатцы, но вновь купленные семена.
Вот во втором отделении у меня удобрение. Тут вот опять овощи всякие разные. У меня семена уже лежат. Сразу я его пристроил. Все, семена у меня пристроены. Храню наверху на шкафчике. Вот такая замечательная карабулька. И Саша купила контейнер под его всякую-всякую всячину. Потому что он приходит, бросает это все мне на кухне, на моих шкафчиках. Все это вот замусоривается. Или еще что-то говорит, на, типа, спрячь куда-нибудь, потом не отдашь. А куда я спрячу? Ну, в общем-то, купил ему еще за 250 рублей вот такой контейнер. И всю его фигню, которую вот он мне бросает, я складываю именно вот в этот прекрасный контейнер. Еще раз повторяю, вот 250 рублей. Поэтому и в сельских магазинах тоже можно купить все, что нужно. Единственное, все это немножечко подороже стоит. Но зато есть абсолютно все. Так что вот, друзья, вот такие вот покупки мы можем совершать в своем или в соседних селах. А мы с вами встретимся в новых обзорах. До новых встреч, дорогие друзья. Ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всех вас очень любим, ждем. До новых встреч. Пока-пока.